В Берлине у Бранденбургских ворот встретили участников автопробега, вернувшегося из России. Их приветствовали аплодисментами. Пробег был посвящен миру между Германией и Россией. Он стартовал 7 августа в Берлине. Маршрут проходил через Калининград, Псков, Тверь, Санкт-Петербург, Смоленск, Москву. В акции приняло участие около 250 человек. Это граждане Германии, Швейцарии, Австрии, Белоруссии и даже Украины. Самому младшему участнику 6 лет, а самому старшему 80. Они хотели показать людям то, в чем уверены сами. Россия хочет мира, и страны должны иметь хорошие отношения. Сейчас очень много всего говорят против России. Говорят, Россия во всем виновата, Путин во всем виноват, даже в том, что в Германии плохая погода. Люди должны показать, что Россия не разжигает войну. Россияне абсолютно нормальные люди, как вы и я, как мои дети. Никто войны не хочет. Рассказывая о путешествии, участники пробега отметили, что им понравилось дружелюбие и гостеприимство русских.